худая, худая, голодная была котейка, да? А мы ее покормили. Скажи всем привет. Пляж Клеопатры без 10:08. Сегодня у нас среда. И еще маленькая прогулочка. Еще давайте еще где-нибудь к морю выйдем. Я уже переоделся, помылся, но можно еще выйти. Сейчас посмотрим, где люди купаются. Выйдем там еще к морю. Купался сегодня здесь, 21-й пляж. Спасибо им большое. Все не выключают воду, как некоторые делают. Знаете, так приходишь на пляж. Могут воду выключить. То есть они видели, что я у них ничего не покупал, не пользовался лежаками. Но нормальные люди просто. Поэтому с удовольствием делаем рекламу. 21-й пляж. Красавцы. Людей немного. Может, потому что ужин в отелях, я не знаю. Я, в принципе, по Авсалару сегодня ходил, и людей русскоязычных было довольно мало. Хотя их там и живет довольно немало, живущих в Авсаларе. Но где они все, честно, даже не знаю. Сейчас выйдем к морю где-то вот на 20-м пляжике, наверное. Там нету, наверное, уже дальше лесенки. Чуть-чуть еще пройдемся. Такая красота, люди. Просто вот сейчас погода вот просто райская. Вот в октябре она райская, и сейчас она райская. Потому что оптимальное соотношение жары, температуры, моря, воздуха. То есть всего оптимальное соотношение. Пекла еще безумного нет. Да, очень жарко, но не безумное. Пекло июльское, августовское. То есть так еще довольно-таки круто и здорово. Смотрите, вот это все следы голубиные, видите? Голуби все истоптали. Что-то как-то купающихся уже мало стало. Я плавал примерно, ну не примерно, а вы можете видеть, вот там вот буёчек большой такой. Он не для людей, он для кораблей. Для людей это было бы сильно далеко. Он ограничивает, чтобы не заплывали корабли. Ну, в принципе, можно сказать, что и для людей. Не знаю, сколько метров, но довольно-таки не близко он находится. Ну, купающихся здесь уже почти нету. Ну, так, по чуть-чуть. Есть люди, конечно, по чуть-чуть купаются. Сюда, в сторону Домлатаж смотрю, люди то есть повсюду, в принципе. И там вот где-то есть участки, где больше людей, где-то меньше. Это у нас получается... Нету номера, хотел быстро сказать, какой пляж. Ну, вот где машинки, все кровати эти. Их я проплывал. Мой путь был длинным. Солнце вот буквально пару минут назад зашло за гору. Здесь его уже не видно. Что, показывать вам, как люди купаются, чтобы вы понаслаждались, кто собирается в Аланию в ближайшее время. Вот могу вам башенки вот такие показать. Кто-то старался, мы запечатлели. Здесь подземный путь. Море просто обалденное сегодня. И в Авсаларе, и здесь. Море просто сказка, люди. Просто реально в раю. Просто мы. Период у нас райский здесь. Ну, когда жара будет, мы тоже в раю будем. Просто. Просто этот рай будет жаркий. Фотки делаю вам. Сломанным фотиком. Вроде пока на фотке работает. Боже, у меня сегодня шорты не успевают высыхать, я их в Авсаларе замочил, полностью искупался, чуть ли не по пояс, но я имею в виду шорты, потом мыл, типа, потом опять, короче, ехал в автобусе в мокрый, сейчас здесь опять они у меня сохли, короче, бедные многострадальные шорты мои. Красотища, наслаждайтесь этими волнами. И там луна светит, смотрите, большая, круглая полнолуние. А вчера ж было полнолуние, кстати, и было так классно. В море была лунная дорожка, но не дорожка, а целая площадка довольно большая. И можно было, не знаю, может быть, сегодня вечером на пирс White Gold зайду, если будет большое лунное поле, но освещаться, если море будет, прикольно. Можно будет зайти. Белая красивая луна сейчас светит. Скоро она пожелтеет, через часик, наверное.
после солнца. Вода 27 градусов, сидеть уже можно в ней часами, людям любого возраста абсолютно. Здесь пляж, ну Гавана здесь тоже написано, номера пляжа не вижу. Смотрите, как там такой красноватый, это от солнца, наверное, был закат, да, или это у меня, или это меня глючит, блин. Ну не, реально красноватая скала такая, она не то что красноватая, она вот какой-то оттенок у нее. Не всегда он такой оттенок. Вот я сейчас просто смотрю на нее. Наверное, это связано с... Хотя солнца-то уже нету, но... А, оно ж может освещаться там. То, что мы не видим здесь, там оно может освещать, кстати. Я просто вижу, что... Какой-то красный оттенок, который не всегда довольно. Вот такая вот красотища, друзья. Еще несколько минуток пройдемся. Так, люди с браслетиками, смотрю. Ну так-то, конечно, все уже пошли на ужин. Но не все, кто море любит. Да ладно, она не холодная. Девушка заходит, как будто вода. На 27 градусов. Ну это первый раз. Может, только приехали. Первый раз. Но вас обманывает, она делает вид, что... Нет, вода на самом деле просто нереально теплая. А если бы вы попали в Авсалар, а тем, кто едет в Авсалар, вас ждет еще более теплая вода, чем даже здесь. Что-то купающихся пока. Два пацана он, наверное, местные. И девушка с парнем. Мне кажется, что они впервые, они, наверное, пока приехали. С телефоном прям пошел в воду. Но он тоже делает вид, что вода холодная. Это неправда. Вода 27 на полном серьезе, даже чуть больше. Абсолютно теплая, не нужно никаких абсолютно привыканий. В воду заходишь и сразу. Тепло и комфортно. Да, полнолуние будет, она ж никуда не денется, просто желтая станет. Большая-большая луна сегодня. Все, минутку еще. Да, ребята местные, я угадал. Минутку стою в воде тоже на сегодня. С морем надо попрощаться. Как это... Не хочется делать этот вот песочек, можно зайти комфортно, плиты нету. Полнолуние, упыри, вурдалаки, приготовьтесь как атаки, когда луна пожелтеет. Сейчас что-то это, опять слышала какая-то, ну что-то связано то ли с солнечной активностью, то ли как выразиться, ой, волны как-то сильнее стали. Но... Не рекомендуется сейчас смотреть на солнце в течение нескольких дней, что-то происходит на солнце, какая-то активность, я не знаю, что имейте в виду. Правда, пока я это видео, может быть, выставлю, уже эта активность пройдет. Блин, они что-то реально, ребята, вы прикалываетесь, 27 вода, хочется подойти и затолкнуть воду. Ну как можно привыкать, когда вода 27? Надо заходить сразу смело, она реально теплая, без всяких, блин. Долго так стоят. Девушка уже поплыла. Это радует и все, парень тоже. Потом их с воды не вытащишь. Сейчас будут плавать до темна и ужин проплавают. Вот тут хороший вход, песочек, ну каменный песочек. И вполне можно зайти и сразу плыть. Тут нет плиты. Там, где я купался, там есть плита. Здесь вот этот пляж. И вот номер не могу вам быстро сказать. Какой это он, блин, не знаю. Но вот тут именно реально вот можно сразу заходить и очень комфортно. В плане захода и выхода будет. Кнопку стоп мне сегодня тяжело нажимать. Я, блин, хожу по райским местам, показываю потрясающее море. В Авсаларе тоже долго шел, не мог кнопку стоп нажать. А сейчас я вообще не могу расстаться с ним. Расстаться всего на один день, я надеюсь, но надо с ним расстаться сейчас. А это сложно, блин. Ну, практически штиль, можно сказать. После тех
трех или четырех дней, когда у нас были волны, это можно сказать штиль. Потому что волны у нас были посерьезнее несколько дней, каждый день. Все. Там он тоже, возможно, туристы, возможно, первый раз идут на море, вот вы видите. Когда вот так люди вечером выходят, возможно, они только приехали. Все может быть. Ну, вообще, молодцы, если они тоже с браслетами. И эти ребята с браслетами вместо ужина купаются. Либо они спешат на ужин, либо уже поужинали. И эти люди тоже идут с браслетами. Возможно, только приехали. Кажется, и здесь сейчас вода, как в Авсаларе, уже теплая настолько. Вот она к вечеру максимально прогревается. Да, заход здесь обалденный. Надо для себя тоже запомнить, отметить этот пляж. Тут нет плиты, потому что там немножко стремновато было заходить. А здесь просто супер вообще. Плиты нет, спокойно сразу заходишь и поплыл. Хотя купался-то я вон рядышком практически. С той стороны этих всех. Ну вот, вы видите, семья, сложно сказать, русские, русскоязычные, не русскоязычные, может, европейцы, может кто-то советский. Вполне возможно, что только пришли. Единственное, что они ошибку делают, они сразу не купаются, они просто сели, отдыхают, а надо купаться идти, даже если только приехали первый раз. Поляки, скорее всего, я вот смотрю сейчас на детей. Скорее всего, поляки, либо какие-то балканские страны, возможно. Ну что, кнопку стоп мне надо нажать, друзья. Я это сделаю, потому что надо идти. Хочется погулять. Еще в Мигрос хочу зайти. Закончилась вода у меня. Хочу водички. Купить. Пить хочу. Красота. Просто райское. Райское море. Блин, я не могу уйти, я не могу из него выйти. Ну не могу, просто не могу. Давайте еще минутку постоим. Алло, здравствуйте.